Как, детишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию снайперов. И сегодня мы с вами сразимся... Эдисон! За... Чё? Поговорить ему нужно. Ну, хорошо, поговорить ему нужно. Ты не дашь сначала записать? Мне для ролика, чё тебе надо? Ты где? Ты... Чё? Ты где? Садись. Чё тебе надо? Садись, садись. На... Не буду я садись. Туда. Ну, мне нужно поговорить. Ну серьезно, ну, тебе надо говорить. Ну. Чё? Короче, Эдисон, нам нужно помириться. В смысле помириться? Ну, чтобы, понимаешь, у нас не было вражды, там, пау-пау. Давай помиримся просто. Ну давай. А чё, у тебя за спиной там, покажи. За спиной? А чё там? Чё, да. Украла меня корону. Хорошо, я сейчас заберу корону. В ролике снайперов иди сюда, собака, сейчас тебя там расстреляю. Слушайте сюда, пацаны, всем внимательно, пожалуйста. Пацаны, да. Я вижу танк. Поздравляю. Да, в этой серии давайте, чтобы все было на равных, хорошо? Честная борьба. Вот тогда киляйся, шо. Да. Не, ну не так, как в прошлый раз, понимаете? Тогда вообще пи-пи-пи-пи-пи слишком просто было, понимаете? Давайте выкидывайте тогда все оружие, вообще инвентарь очисти, тогда нормально. Ага. И а чем мне вас убивать? Руками? Рукой, да. Ага. Но получилось слабо. Отлично ты придумал, отлично ты придумал, но нет, извините, не настолько. Смена локации, смена локации. Упрощу всю задачу. Ай-яй-яй! Кто там свою снайперку спалил, да? Ай, за угла. Так, надеюсь, это не, да? Надеетесь. Через стеночку такая просвечивается. Ага. Ой-ой. Замечательно вы придумали. Ой-ой. Эдисон, а просто подсказку дай, где ты это увидел? Мне просто интересно, это я или нет? В каком-то здании увидел, не помню уже в каком. Молодец. Спасибо. Ну, главное, что тот, кто спалил со своей снайперкой, я знаю, где он. Я боюсь теперь вылазить, я буду сидеть до конца игры, понял? Поэтому вот так вот, пацаны. Я знаю то, что вот... Да, спрячься. Сейчас, типа, да, я тебя не вижу. Ага. Конечно. Хорошо, ты придумал. Я ничего не понимаю. Он сам с собой разговаривает, забей. Жека, скажи, что это он просто одинокий мужчина, понимаешь, он сам с собой разговаривает. Самым соку. Что за шизофреник? Этот спит на боку? Дура. Хорошо. Так, Эдисон, теряйся отсюда, ты заколебал. Кого ёб? Давай. Теряйся отсюда. Это наш террорик, вау, все, давай, выходи отсюда, убирай. Пошел ты. Мы заходили твой ролик. Эдиска, ты где? Я вот тут, ну смотрю. Ай! Ай! Ай-ай-ай! Что такое? Ай-ай-ай! Ой! Не надо. Игр не надо, слышишь? Ты сейчас что-то как говоришь, я сейчас молчит. Будь серьезным, пожалуйста, Игорь, хорошо? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что это такое, Игорь? Это называется это. Какое сопровождение? Я про напряженная музыка. Типа, знаешь, вот когда что-то экшен происходит, напряженная музыка. Что-то экшен, когда что-то экшен. Ай! Ага, Ярн! Я ж сказал то, что ты там! Понятно. Ага, Эдисон меня, кажется, спалил, я, кажется, понял. А ты тут при чем? Потому что я только вылез и сразу раздался выстрел. А то, что я в ту же секунду сказал то, что Игорь, я тебя спалил, это ничего, да? А, ну ты специально так сказал, чтобы... Я настолько прошаренный, да, прям настолько, то что я обманываю многоходовочки, да, вот именно. Сказал тому, а другой подумал, а потом, ага, оказалось не другой, оказалось первый, вот именно. Это у тебя многоходовочка, не у меня многоходовочки, понимаешь? Собака! Ты! Ой-ой-ой. Жечку. Зайчка, зайчка, ты где? А я тут. Да не стреляйте.
Пиу-пау. А как? Ну, окей, давайте засчитай, потому что такого еще у нас не было. Не вопрос, можно вопрос такой? Я не ударил, ну ладно, не буду говорить, чтобы это у меня... Игорь, он тебя даже не ударил, как ты умер! Ну вы, конечно, и читеры, пацаны. А мы в дождик будем играть? А, ну почему? Атмосферно, так понимаешь. Атмосфера дождя. Не страшно, как они сюда разговаривают, тут как маньяк какой-то. Атмосфера. И почему? Мальчик, если сюда. Если он придет тебе в комнату и будет предлагать конфетку, не ведись. Шарик, шарик. Я учту, Игорь. Шарик. 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 А сейчас с чем шарик? С чем шарик? Вот это не скажу уже. Ай-яй-яй-яй! Да, это по мне вели огонь, потому что Евгений побежал. Евгений побежал, и Евгения спалили, да? Ничего не понимать. Ага. Не по мне усал? Как ты меня попал, я вообще не могу. Как я упал по тебе? Я стоял, короче, тупо ждал, пока кто-то кого-то убьет. Как ты меня вообще убил? Ты где был? Сам ты дебил. Не понял. Ты что обзываешься, Игорь? Я не вылазил за игру ни разу, объясни мне это сейчас. Слушай, Игорь, так. Игорь, не тыпешься ко мне, да? Хорошо, чтобы не спалить, потом я тебе объясню. Так, я сейчас вас просто буду искать. Ну где? Включи невидимость! Ёпты, Игорь! Эдисон на маяке! Включи невидимость, какой маяк! Ты с ума сошел, Игорь! Включи невидимость! Заколебал! Аааа! Кто умер? Как он всех нашел? Игорь, я возле тебя стоял в 3 метрах от тебя, я залез по лестнице. Нет, я залез, и тебя увидел, пиу-пау, побежал дальше. А чё тебя не увидел? Я не слышал ничего. А, потому что кто-то на F5 стоял, да, Игорь? Я не на F5 стоял. Ну, хорошо. Это какой у нас счёт? 2-1-1? Игорь. Кстати, нет. Игорь. Вообще не думаю, понял? Игорь, в этой сене у тебя вкусное молоко или нет? Игорь. Я выслежу, я снайпер. Опа-на! А кто в кирпичном здании, а? Я заколебал! А я проходил мимо, да, такой? В смысле, это как я должен это понять, ты проходил мимо, в смысле? Ну типа я проходил мимо окна, либо я просто типа стоял смотрел. Ты просто стоял смотрел. А, значит, мне это Жека. Да, это Жека. Жека, это ты. Вот. Вы что там делаете? Не могу пойти. Игорёк, давай ты не будешь тут выпендриваться, вот именно. Не переживай, не надо. Да собака! Я не переживаю. Как это откуда вообще было? Собака ты. Я знаю, что Игорь собака, но где Игорь был? У меня такой вопрос. Игорь умер. Да я слушай, это я вообще на самом деле на. Я не знаю, ты меня видел? Нет, тебя нет. Ну ладно. Ну ладно и прохладно, понятно. Да пошел ты нафиг, а Игорь. Шо, да я вообще тут чилю, у меня тут вообще нормально, да мне вообще нормально тут, Игорь. Я прохлаждаюсь, никто меня не трогает. Ты себя прикольно, понял? Вот именно, понимаете, я говорю, я тут вообще на расслабончике. Я видел тебя на маяке. А чё, всё? А чё, всё? И давайте мы первый раунд типа не засчитываем, 0-0-0, типа 2-1-1. Ну хорошо, так уж и быть, хорошо. Я думал 3, ну хорошо. 3-2-2. Кого 2-2-2? А, забей. Чё ты там сказал? Don't переживать, Эдуарду Пересьяну.
В смысле? Приму. Не переживай, не переживай, там опасно в твоем возрасте. Ух ты, гнида. Че там ляпнул? Откуда? Ёпт, я Игоря выцеливал, ты где был вообще? Два негодяя, Говно. Куда побежал? А ну стой. Пошёл ты в жопа. Пошёл ты в жопа. Пошёл ты в жопа. Пошёл ты в жопа, дебил. Ой-ой-ой, напряжно, напряжно. Сам дебил. Ой, кто это стрелял? Не понимаю, где он. У него скоро патроны кончатся, помню. Да не-не-не, у него много патронов. Напряжно, очень напряжно. Кто? Слушайте, как сложно. Как за этим сложно наблюдать? Мне сложно. Игорь? Ага, Игорь. Чек, проверка. Жека, что ты пытался сделать? Ой-ой. Я вообще не понимаю, что происходит, я боюсь! У меня стресс! Стресс. Стресс! I'm damned! Жека что-то знает! Что он знает? Жека что-то знает! Много знает! Да? Многознал? Многознал. Жека много знает! Вообще умный. А нет, походу Игорь тоже много знает. Я очень много знаю, парень, да ты шо? Да вы заколебали. Так! Резкая перемена дня и суток! Дня и вечер, дня и ночи! Сутки, дни! И ночи, дни. Опа! Жека победил! Изи! Вот так вот нужно побеждать. Это не считается. А что это было вообще, Игорь? Ты сдался? Что это такое? Я хотел как бы перезарядить. А, ну давай. Заходи, я сижу на месте. Даем Игорю второй шанс даем. Иди, Игорь. А, все. В смысле второй шанс? Я ничего не понимаю. Конечно, я уже выиграл, да, ну ладно. Придурок. Ты где, дебил? Я готов тебя убить еще раз. Так, иди, давай ты не будешь этого делать, пожалуйста. А кто это тут поставил? Это не я поставил, это Игорь мне это поставил. Я Игоря пугал, не надо тут. А, ну поставил, о чем вообще, дебил? Ты палишь меня, я Игорь знаю, где я его пугал. Ты палишь меня, хрень. Палишь. Я ничего не понимаю. Палишь. Почему мы видели друг друга, а теперь я не... Бам-бам-бам! Это... Вот отсюда, с этого моста. Это какой счет? 2-2-1? Да. У Игоря... Нет, у Игоря... Да? У Игоря один. Не, почему? Ну мы же первые засчитали как 1-1. Кому вы засчитали 1-1? Вам двоим? У меня два. Ну да. А нам нет? А мне нет? Ну тебе. Первый умер. А, то есть меня не засчитали, а вам засчитали. А ну, я, если бы мы тебя засчитали, то у тебя уже три как бы. Ну да. А да? Я думал, у него два типа. Я про это я и спросил, когда вы читали. Ну что, Эдисон тогда победил. Он уже победил раунд назад, как бы, получается. А-а-а! А чё мы тогда играем с вами, пацаны? Ну пока всем, да, ставьте лайки. Не, вы мне подождите, а может все-таки первый раунд засчитаем как бы мне и Игорю, потому что мы последний. А, нет, в смысле, это у нас всегда так было, ему не засчитывали. Идите вы в пень, ёпты, хорошо, все, нет. Отстаньте. Так не по правилам. В общем, если вы хотите продолжение, следующую серию, то ставьте лайкуски прямо сейчас на вот эту серию. Если набираем много лайков, как и все серии снайперов, тогда будет новая серия снайперов как можно скорее. Пацаны, согласны со мной? Да. И что самое главное, не забывайте подписываться на канал. Кто не подписывается, вот тот вообще не снайпер, а какашонца. Поэтому подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока. Ha ha ha!